все интересуются. Именно с этого начинают вопрос. Как ты здесь оказался? Естественно. Да, естественно, значит, ходом событий. Будем так. А куда деться? Куда деться? Деться христианину трудно, трудно. Я скажу, как сказал Жорж Сантаяне. Мне это необходимо. Это не мешает жизни для человека. Вот и все. Что? Я все помню, первую любовь. Лариса. Ну, не будем об этом говорить, потому что это смешно. Я не хочу об этом говорить. То есть, он мне, кстати, предлагает такие вопросы, которым я, то есть, становлюсь этим, этой мошкой. Не об этом, не надо об этом говорить вообще. Там, питание, вообще питание нельзя со мной говорить. Питание для меня это последнее место занимает. Не надо об этом говорить. Еда это мне стыдно. Если живет, ну понятно, там семья. Если нет семьи, да, вроде как будто бы, то есть непонятно для чего. А для чего просто жизнь сама по себе с семьей тоже трудно понять. То есть, ну, очень многие вопросы, которые не заставляют человека думать. Я не знал. Я не знал, значит, что я, значит, могу жить с женщиной. Это случайно выясняется. Потому что так просто получилось. Так просто получилось. Жениться – наше условие. Жениться – заметь это, то, пятое, десятое. То есть много для этого нужно. Много для этого нужно. Много для этого нужно. Много для этого нужно. Не, по делу он не нужен. Он нужен для себя. Да, вот ты задавал вопрос. Да, для кого? Для себя или… Только для себя. Только для себя. Потому что людям он не нужен. И люди не нужны ему. И люди не нужны ему. И люди не нужны ему. Да, то есть мне лучше быть, да, значит, ну, по профессии другим человеком. Там я имею в виду, там, столяр, плотник, там, значит, электрик и так далее. А раз художник, да, надо где-то держать эту марку. В этом суть. Я так решаю, поэтому я остаюсь один вечно. В этом причина всего. В этом причина, то есть... Ну, а я ее выбрал, значит, как должное. А, раз такая вещь, я к этому приспособился. Значит, я считаю, что с этим надо жить.